Когда мы слышим слово «инвестор», «бизнесмен» или «предприниматель», в нашей голове невольно возникает образ строгого независимого человека в костюме, однако зачастую это не совсем верное представление. За деловым имиджем, как правило, сложно разглядеть человека с хорошим чувством юмора и незаурядную личность. Однако пятничная игра «Во что, где, когда» собрала именно таких персон. Добрый вечер, уважаемые друзья. Здравствуйте. Мне очень приятно уже второй раз присутствовать в вашем регионе. Первая игра прошла в Казани просто замечательно. Вы играли блестяще. Игра состояла из 7 туров. Деловые люди должны были отвечать на вопросы ведущего. Нет, задания не были связаны с буднями предпринимателей. Организаторы конкурса схитрили и не стали спрашивать у инвесторов про то, что они и так хорошо знают. Тематика вопросов была разной и включала в себя как знания школьной программы, так и проверяла общий кругозор игроков в областях кинематографа, современной эстрады, искусства и многого другого. Посетил интеллектуальный турнир и генеральный директор Нижнекамска «Нефтехима» Азат Бекмурзин. Интересно, необычно, очень... Вопросы такие, может быть, они не требующие знаний каких-то специфических. Ну, конечно, это же коммуникация людей, которая позволяет в дальнейшем людям реализовывать не только, скажем так, свои знания, которые они здесь показывают, а реализовывать именно общение, знакомство, которое переходит в какие-то другие формы, в том числе коммерческие. Инвесторы разделились на команды и совместно выполняли задания. О своих впечатлениях нам рассказал заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Нижнекамск-Нефтехима Родион Булашов. Игра «Что, где, когда», брейн-ринг, всем нам знакомы с детства. Мы с удовольствием сегодня принимаем участие, отгадываем поставленные вопросы. Ну, не совсем, наверное, получается. Ну, думаем, что у нас дальше будет продолжение. Мы соберемся и... лучше будем отвечать. Мероприятие стало хорошим поводом проверить свои знания и силы в неформальной обстановке. Участники с пользой провели вечер. Такие встречи необходимы для инвесторов, чтобы в будущем реализация разных проектов стала проще и продуктивнее. Укрепление партнерских и деловых взаимоотношений кроется вот в таких встречах без галстуков и простом человеческом общении. Ведь не зря кто-то из мудрецов однажды подметил, что оно роскошь. Иван Рябцов, Марина Чернышкова, N-Media.